Доброе утро, друзья. У нас такая красота. Морозное утро. И птички. Всем привет, друзья. Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня пятница, и я решила с вами немножечко поболтать. По старой доброй традиции заварила себе утренний капучино, сижу у окна и наслаждаюсь потрясающим восходом солнца. Сейчас на самом деле где-то 10:30, и у нас вот-вот как бы взойдет солнце. На самом деле солнца как такового мы не видим, но сам процесс светление горизонта, он наблюдается, и небо окрашивается в потрясающие такие розово-голубые оттенки. Я, если получится, я сниму небольшой фрагмент и вставлю вам в это видео, чтобы вы могли насладиться этим потрясающим видом вместе со мной. Так вот, друзья, хочу с вами немножечко поболтать, рассказать о том, как прошла моя неделя. На самом деле, я немножечко снимала небольшие сюжеты и рассказывала вам о том, что я делала на этой неделе. Хотела сказать вязала, но вязала я на самом деле очень мало. Времени на вязание у меня практически не оставалось. И, скажем так, все то время, которое у меня было, я, естественно, посвятила вязанию заказа. Речь пойдет, естественно, о детских жилетах. На сегодня они практически готовы. И хочу сказать, что если бы я не затупила, то они были бы готовы на сегодняшний день, но я, как всегда, в своем репертуаре. Сейчас расскажу вам чуть детальнее, что именно пошло не так. Давайте, наверное, возьму полностью готовый жилет и покажу вам. Значит, вчера я выполнила полностью всю обработку, то есть жилеты, можно сказать, готовы. И нюанс на самом деле здесь не в обработке, не с какими-то такими моментами, а в том, что я неправильно измерила, не посчитала, а измерила длину жилета, понимаете? Дело в том, что я человек ленивый в плане расчета количества рядов, которые мне нужно провязать, поэтому когда речь идет о том, чтобы вязать изделия по кругу лицевой гладью, да, например, тело свитера, тело жилета в данном случае, я никогда не рассчитываю количество рядов, которые мне нужно провязать. Я просто беру сантиметровую ленту и измеряю. Вот. В этот раз я делала точно так же, но я еще поленилась не то, чтобы нормально это все переснять, как-то постирать и замерить. Я измеряла это все, когда вязание находилось у меня на спицах с короткой леской. То есть это выглядело вот так, и я там сантиметровой лентой что-то измеряла. В итоге я наизмерялась до такой степени, что провязала лишние, наверное, 4 сантиметра лицевой глади и еще бабахнула резинку. В итоге это не жилет, это платье для Оливии. Вот. А мальчики на самом деле намного меньше, поэтому мне придется вот здесь, где установлен маркер, вот, поднять петли, отрезать и, собственно говоря, связать резинку. Я бы распустила, но здесь имитация итальянского набора закрытия иглой, и это легче отрезать, чем распутать. Вот, второй жилет находится примерно на таком же этапе, но здесь я не вывязала еще резинку и не закрыла. То есть здесь я просто вывязала лицевую гладь, постирала и выполнила всю обработку. Вот. Но здесь я уже додумалась, знаете, замерить и поняла, что я здесь тоже лишних 4 сантиметра вывязала. Вот. И вторая проблема, которая у меня случилась, это то, что у меня закончилась пряжа. И вчера, когда у меня, собственно говоря, закончилась пряжа, я подумала, странно, почему я же, когда делала расчет пряжи на изделие, я посчитала, что мне должно хватить и даже еще чуть-чуть, там несколько грамм остаться, почему же мне не хватает. И когда я измерила длину одного и второго жилета, я поняла, в чем, собственно говоря, у меня проблема. В том, что я связала изделие длиннее, чем мне было нужно. Я аккуратно складываю жилеты, потому что у меня здесь микрофон.
Вот. Так что, друзья, вот такая вот ситуация с жилетами. Возможно, дальше во влоге я еще немного детальнее покажу вам это все на столе и расскажу по сантиметрах, возможно, по каким-то конструктивным особенностям, что, как я делала. И да, друзья, я знаю, что многие из вас, очень многие из вас просили меня в комментариях под прошлым моим роликом, чтобы я сделала мастер-класс по вязанию данного жилета. Некоторые просили попетельный мастер-класс, кто-то просил экспресс-мастер-класс или хотя бы инструкцию, но, к сожалению, наверное, к моему большому сожалению, мастер-класса данного не будет. У меня есть несколько причин, почему я не могу это сделать. Первая, самая банальная, но она же самая основная, это то, что я просто устала. И съемки мастер-класса — это очень трудозатратный, времени затратный процесс, который, на самом деле, он никому не виден, и пока вы не начали снимать мастер-класс, вы даже не догадаетесь о том, сколько труда нужно и времени вложить в его создание, поэтому сейчас конец года, нужно готовиться к праздникам, есть много незаконченных дел домашних, да, которые требуют моего участия, и я просто не могу позволить себе, скажем так, загнать себя до такой степени еще и съемками, ночными съемками мастер-класса. Поэтому, к сожалению, пока мастер-класса не будет. Возможно, если в будущем я захочу связать что-то похожее, и у меня будет достаточное количество свободного времени, то, конечно, друзья, я сделаю для вас мастер-класс. Вы же знаете, что я всегда стараюсь максимально делиться с вами всей информацией, которая у меня есть и по вязанию мелких изделий, аксессуаров каких-то, крупных изделий. Всегда делаю какие-то алгоритмы расчетов, чтобы вам удобно было все это понять, как это связано, да, и повторить. Поэтому вы знаете, что я никогда не жадничаю, но в плане того, что я тоже человек, у меня тоже иногда садится батарейка. Прошу отнестись к этому с пониманием. Вот, пока я не готова на съемки мастер-класса. Значит, друзья, что же еще происходило на этой неделе, помимо неудачного вязания жилетов? Это то, что в понедельник мы всей семьей ездили в город Мо-и-Рана. Дело в том, что мы очень долго, а если быть точной, около полугода ждали направление к одному специалисту для Оливии, и нам нужно было пройти это обследование. В общем, это даже было не обследование, это просто был визит, в результате которого Оливии выписали обычный крем. То есть, и этого нужно было ждать полгода. Но оно того стоило, поскольку крем ей очень даже помог, и, в принципе, все вопросы, которые у нас были, они все уже, можно сказать, решены на сегодняшний день. Так вот, мы ездили в город Мо-и-Рана, ходили к доктору, затем немножко погуляли по потрясающе украшенному к Новому году и Рождеству городу, я для вас поснимала. Вот, и я обязательно сейчас буду вставлять эти фрагменты с нашей поездки, чтобы вы могли разделить эти приятные эмоции вместе со мной. А также, друзья, я смогла воспользоваться ситуацией, что мы попали в более цивилизованный город, чем Хемнесбергет, да, в котором мы живем. Напомню, что наш городок очень-очень маленький, это такая, можно сказать, деревушка по, наверное, меркам России и Украины в особенности. В нашем городе живет около 2-3 тысяч человек, все друг друга знают, можно сказать, в лицо. У нас нет здесь крупных торговых центров, конечно, есть школы, детские сады, есть больницы, есть супермаркет с продуктами, есть какие-то парикмахерские, канцелярские магазины. И в этом влоге я, кстати, тоже сняла небольшой кусочек, который вам покажу, это небольшая поездка по нашему городу. Также у нас есть спортивный центр и даже бассейн есть. В общем, очень много всего нужного для жизни, довольно комфортного, но это не крупный город. И, естественно, каких-то бутиков, таких специализированных, у нас нет. Вот, поэтому, друзья, когда мы попадаем в крупный город, мы обязательно ходим по магазинам, что-то покупаем в дом. А также я решила воспользоваться этой ситуацией и немного обновила свою прическу. Хотя парикмахер есть и у нас в городе, но я пошла в ту парикмахерскую, в которой я была первый раз. И хочу сказать, что в этот раз моя стрижка довольно короткая, обошлась мне немного дешевле, чем в предыдущий свой визит. Я заплатила в этот раз, наверное, где-то 53 евро за стрижку. В прошлый раз я дала практически 70 евро.
Чтобы вы понимали, что собой представляет стрижка, то есть мне просто сделали ровный прямой срез по всей длине, то есть у меня нет какой-то фигурной, да, там стрижки, то есть я попросила расчесать и отрезать примерно 10-12 сантиметров длины для того, чтобы волосы выглядели максимально здоровыми и живыми. Вот, меня расчесали, сбрызнули волосы обычной водой для того, чтобы они не пушились, и отрезали их ножницами. Поскольку волосы брызгали водой, на меня подули немного феном, то есть не укладывали без расчески, без ничего, просто вот так, чтобы они высохли. Собственно говоря, за это удовольствие я заплатила 53 евро. Дорого ли это? Для меня да. Вот, поскольку, вы знаете, да, я жила в Украине, и там поход в парикмахерскую стоит гораздо меньших денег. Даже если ты пойдешь, там, я не знаю, супер стричься, укладываться, не знаю, мыть голову, делать какое-то лечение для волос, ты заплатишь, ну, не знаю, 30-40 евро в каком-нибудь хорошем салоне. Но никак не 50 за то, что тебя просто быстренько подстригли. И, кстати, еще про слово «быстренько». В Норвегии в парикмахерской вы платите за то время, которое мастер на вас потратит. Поэтому все делается со скоростью улитки, знаете, медленно ползущей после плотного обеда. То есть мастер стоял и вот так вот с такой примерно скоростью расчесывал мои волосы. Потом она вот так вот брала спрей, делала так пшк, пшк. Мне казалось, она уснет. Вот. И потом примерно вот с такой же скоростью она мне подрезала волосы. В общем, это было очень долго. Мы с Оливией в это время ходили в такое небольшое кафе. Я попросила Оливию немного отвлечь, купить ей мороженое. Они успели уже все это съесть и вернулись, а меня до сих пор стригли. Ну, вы понимаете, да? И что я могу сказать по этому всему поводу, это то, что с этим нужно просто смириться. То есть я уверена, что когда приходит человек там помыть, покрасить волосы, кстати, кто-то спрашивал, сколько это стоит удовольствия, то есть когда вы приходите, на вас, например, моют голову, вас стригут, вам красят волосы, это может стоить 300 плюс евро в зависимости от сложности вашей прически. Вот, поэтому... Дорого ли ходить в парикмахерский? Безусловно, для меня это очень дорого. Вот, значит, о парикмахерской я вам, кажется, все рассказала. Если вдруг у вас еще остались вопросы и вы хотите знать какие-то детали, то смело задавайте мне их в комментариях, я обязательно расскажу все в деталях еще в каких-то следующих своих видео. А сейчас, друзья, давайте перенесемся в понедельник, и я покажу вам те сюжеты, которые я снимала во время нашей поездки. Всем привет, друзья! Всем доброе утро! Сегодня у меня понедельник, 7 декабря, и я начинаю свой новый влог. Сегодня будет видео из серии «Один день со мной». Дело в том, что мы сейчас всей семьей собрались съездить в соседний город, в Мо и Рана. У нас очень много там дел, поэтому я возьму вас с собой и немножко для вас поснимаю. Сейчас мы стоим на автобусной остановке, и у нас здесь такой потрясающий вид, которым мне просто захотелось с вами немножко поделиться. Также, друзья, хотела показать, как у нас украшен город к Рождеству. Оливия требует, чтобы я срочно шла. Сейчас, конечно, не очень хорошо, возможно, видно эти огни, но вечером, когда стемнеет, весь город просто озаряется этими огоньками. И получается очень красиво. Ну что, друзья, мы уже приехали в Мо и Рана, и здесь так красиво украшен весь центр города.
немножко для вас поснимаю. Оливия уже увидела елку и быстренько к ней бежит. Вот, в общем, здесь все в огнях. Сейчас покажу вам, как украсили гирляндами. Это один проход. Конечно, без снега совсем не новогоднее настроение, но пока так. И здесь, друзья, смотрите, как красиво украсили гирляндами. Они все, естественно, сияют, но сейчас разгар дня, поэтому этого не видно. И также торговый центр украшен. Деревья. Такая вот красота. Ну, как вы поняли, друзья, поездка в город Мойрана оказалась довольно насыщенной, и по возвращению домой я уже ничего не могла снимать, мы просто занимались какими-то домашними делами, знаете, приготовлением обеда-ужина, и занимались Оливией, которая тоже устала во время поездки и очень-очень требовала внимания к своей персоне, поэтому к вечеру я уже абсолютно вымоталась, но я смогла немножечко вечером повязать, и именно в понедельник я вывязала тело вот этого вот второго жилета, то есть у меня жилет был отвязан до момента соединения, скажем так, полочек и спинки, и я уже в понедельник вывязала полностью вот эту всю длину по телу, то есть я провязала довольно много, но, как оказалось, слишком много. Вот, так что понедельник у меня был очень-очень насыщенный и продуктивный, а во вторник Оливия отправилась в детский сад, муж на работу, и я целый день была предоставлена себе и своим делам, поэтому я, естественно, занималась домашними делами, и, наконец-то, я смогла украсить дом к Новому году и Рождеству. Этот весь процесс я для вас снимала, и сейчас я буду вставлять небольшие фрагменты, вы вместе со мной посмотрите, как я украшала дом. И да, друзья, забегая вперед, я хотела бы сказать, что, как вы знаете, в Норвегии мы живем чуть больше 3 лет, наверное, зимой будет 4 года, и у нас не так много каких-то новогодних украшений, мы еще, скажем так, не скопили свою коллекцию, у нас нет большой елки, только такая небольшая искусственная елочка, поэтому игрушек не очень много, они помещаются пока в большую картонную коробку, и сейчас я покажу вам, как я, собственно говоря, украшала дом. Всем привет, друзья! Доброе утро! Сегодня у нас уже вторник, и я хотела поделиться с вами потрясающими красками сегодняшнего восхода. Сейчас где-то 10 утра, у нас наконец-то расцвело, и посмотрите, какое сегодня волшебное небо. Такое розовое с голубым, и на фоне заснеженных гор это выглядит так волшебно. В общем, супер. Не знаю, слышно вам или нет, но на фоне дети играют в детском саду и очень сильно шумят. Поэтому, думаю, птичек, которые чирикают у нас в саду, вам будет не слышно. Но, по крайней мере, это очень красиво.
Все наши новогодние украшения выглядят вот таким вот образом. Они собраны в коробку. И, кстати, в эту коробку я сложила все украшения, когда мы переезжали. До сих пор какого-то места для их хранения у нас нет, поэтому они так и лежат в коробке, заботливо подписанный Новый год. Давайте я сейчас открою и покажу вам, что у нас есть. Так, здесь лежит весь наш очень скудный новогодний инвентарь. Дело в том, что в Норвегии Рождество и Новый год это прям какой-то культ, и у людей огромное количество всяких украшений. Мы пока еще своим добром не обзавелись, и у нас довольно скудненькие по местным меркам украшения для дома. Но тем не менее, я сейчас это все буду доставать и покажу вам уже, наверное, в процессе украшательства, что и как я пристрою. Хочу сказать, что вот это вот очень классное украшение для дома. Это такие бумажные звезды. Они будут праздновать уже в нашем доме третий Новый год, и они еще в довольно неплохом состоянии. Внутрь можно положить гирлянду или просто лампочку, и тогда они будут не просто висеть на окне, но и будут красиво сиять. Вот, у нас, по-моему, две звезды. Кажется, их раньше было три, но одна из них очень сильно пострадала от маленьких детских ручек. Поэтому теперь я все новогодние украшательства стараюсь сделать, пока Оливия либо спит, либо в детском саду. Вот, так что сейчас я это все буду доставать и уже покажу вам в ходе дела.
Ну что, друзья, давайте я поближе покажу вам, что у меня получилось. Вот так выглядит наша елочка. Я, кстати, потушила основной свет, чтобы огоньки горели как можно ярче и создавалось такое праздничное настроение. Вот. К сожалению, пока что у нас нет какого-то специального столика, на который можно было бы поставить нашу маленькую искусственную елку. Поэтому в качестве столика в этом году будет выступать колонка от домашнего кино. Я ее просто поставила вот здесь в угол и сверху поставила елку. Надеюсь, к следующему Новому году у нас появится уже вся необходимая мебель и елочка займет свое почетное место на каком-нибудь журнальном столике. Вот так это все выглядит. Довольно симпатично. Повесила здесь вот такую вот гирлянду. Она на батарейках, и это гирлянда в форме таких звездочек. К сожалению, в прошлом году у нас одна звездочка отпала, но я ее пристроила в качестве украшения на макушку елки. Кстати, вот это именно она, та звездочка, которая отпала, и, к сожалению, на место ее уже никак посадить нельзя. Вот. Здесь у меня стоит подсвечник и, собственно говоря, сам блок батареек. Вот такое украшение. Я вынесла подсвечник на террасу и повесила на террасную дверь также одну звезду. Еще одну планирую повесить вот на это большое окно, но там не хватает гвоздика. Поэтому буду ждать, пока муж придет с работы, и продолжим украшательство. Сейчас хочу сходить в сад и нарезать там елочных веток. Продолжим украшать дом. Ну что, друзья, мы уже с вами уже в саду. У нас по-прежнему темно, и здесь у нас растут елочки. Не знаю, видно вам или нет, но вот это вот одна. И здесь еще есть парочка. Вот они. Такие вот пушистики. Сейчас посмотрю, какие веточки можно отрезать, чтобы красоту дерева не нарушить. И посмотрим, что получится. Я решила подстричь тут немного именно маленькую елку. В следующем году мы планируем их пересаживать, поэтому я немного удлинила ей ствол. Срезала просто несколько нижних веток. Вот они. Сейчас пойду поставлю их в вазу. Вот они, мои веточки. Такой вот небольшой букет. Птички поют. Зимой даже не пахнет. В общем, друзья, вот как-то так мы немножечко украсили дом к праздникам. Конечно, еще не все новогодние атрибуты на своих местах, но я надеюсь, что ближе, собственно говоря, к Рождеству появится еще что-то, и, возможно, в следующих своих влогах я тоже покажу вам еще какие-то элементы декора и украшательства для дома. Вот, среда у нас снова прошла вся в поездках. Дело в том, что в среду Оливия имела еще один визит к доктору. Это был визит к стоматологу. Вот, клиника стоматолога, а также, знаете, все профильные какие-то специалисты, врачи у нас находятся в крупном городе, как я уже говорила, в Мурана, поэтому в среду мы снова всей семьей поехали в поездку, и в этот раз я ничего для вас, мне кажется, не снимала, я сняла только несколько небольших таких вот коротеньких видео для сторис в своем инстаграм. И, кстати, друзья, если вдруг вы еще не подписаны на мой инстаграм, то я с радостью вас приглашаю туда заглянуть, ссылочку на свой инстаграм я где-нибудь здесь оставлю для вас, также обязательно кликабельная ссылка будет внизу, вы сможете перейти и посмотреть, что интересного у меня происходит. Наверное, стоит сказать, что в инстаграм я делюсь больше своей реальной такой повседневной жизнью, показываю события, которые происходят, куда мы ездим, где бываем, какие-то такие смешные, нелепые или наоборот очень приятные моменты из жизни стараюсь сохранить в формате постов или сторис, поэтому заглядывайте, подписывайтесь, я буду вам всем очень рада.
Вот, среда у меня снова, как вы понимаете, оказалась абсолютно не вязальной, и я даже не бралась за вязание, поскольку поездка меня как-то очень сильно вымотала. Поэтому мы с вами плавно переходим дальше, и я вам сейчас расскажу, как прошел мой четверг. Он тоже был очень насыщенный, и вообще эта неделя, это просто, я уже говорила, да, в начале видео, это просто какие-то важные дела, встречи, которые нельзя было никак отложить. И в четверг у нас было родительское собрание в детском саду. Дело в том, что обычно родительское собрание проводится, ну, в какой-то день, вечером, да, собираются все родители и обсуждаются вопросы, но в связи с пандемией, хотя у нас в городе больных нет и масочного режима, каких-то ограничений нет, но есть определенные правила и регламенты, да, которые все жители должны придерживаться, и у нас запрещены массовые собрания, поэтому родительское собрание в детском саду происходило по принципу, каждому из родителей назначается определенное время, и вы должны на него прийти. Нам назначили время на половину первого дня. Да, это очень удобно, в кавычках, я думаю, вы понимаете, да, посреди дня бросить все свои дела и просто отправиться на несколько часов в детский сад для беседы. Вот, поэтому вчера мы с мужем с утра сделали кое-какие домашние дела. А затем ходили в детский сад, в общем, беседовали там по поводу Оливии. И после этого мы еще ездили в магазин за продуктами. И по дороге в магазин, друзья, я немножечко для вас поснимала заснеженные виды нашего небольшого северного городка, уже практически полностью погруженного в полярную ночь. Поэтому, друзья, я сейчас вставлю этот небольшой фрагмент. И если вы хотели небольшую экскурсию по нашему городку, то сейчас как раз этот момент. В общем, друзья, как вы понимаете, нормального полноценного вязания на этой неделе у меня так и не случилось. И, наверное, кроме понедельника, более-менее плодотворно мне получилось повязать только вчера вечером, после того, как Оливия отправилась на свой вечерний сон. Я села, знаете, удобненько так устроилась и решила выполнить обработку на обоих жилетах. Вот, это сейчас выглядит вот таким вот образом. Я вам уже показывала. И, наверное, чуть дальше я вставлю небольшой фрагмент на столе, где покажу жилеты вам немного детальнее, да, остановлюсь на каких-то моментах, чтобы подробнее вам рассказать о том, что и как я выполняла. Это жилет в конструкции японское плечо. Мне очень нравится, как это выглядит, и получилось довольно аккуратно. Хотя могу сказать, что до того, как я отпарила, резинка очень сильно призбиралась, и понять, как это лежит до стирки, было абсолютно невозможно. Поэтому я вчера вечером не удержалась и прошлась паром. Ну, для того, чтобы сегодня можно было вам это как-то более или менее показать. Я довяжу сегодня низ обоих жилетов, и тогда проведу нормальное ВТО и уже, наверное, в своем инстаграм покажу итоговый результат. Вот, друзья, так что вчера вечером я очень много времени, даже бы сказала, неприлично много времени потратила на обработку. Хотя кажется, да, что здесь такого? Тут просто вот несколько сантиметров резинки, но поверьте, здесь я прокладывала тамбурный шов по горловине. Это тоже довольно кропотливый процесс. Затем поднимала петли, вязала на
в спицах номер 3,25 резинку, затем переходила на спицы 2,75, провязывала ряд, когда меняла расположение лицевых и изнаночных петель для того, чтобы из резинки 2 на 2 у меня получилась резинка 1 на 1, и потом вязала 2 ряда полой резинки и закрывала это все иглой. Такая же манипуляция была сделана на рукавах, и это все заняло довольно много времени. Да, единственный момент, я не прокладывала тамбурный шов по рукаву, просто поднимала здесь петли, поскольку пройма здесь практически прямая, здесь небольшое расширение вот тут, ну как бы на пройму, и поскольку здесь петли по прямой идут, то все довольно красиво. А здесь, в связи с тем, что был вырез, я хотела, чтобы это все красиво лежало, поэтому прокладывала тамбурный шов. Вот. Ну, и это помогло немножечко как бы подсобрать горловину. Но в любом случае, друзья, я сейчас вставлю небольшой фрагмент, который я запишу для вас на столе, когда муж перестанет сверлить что-то там на улице, и это очень громко. Поэтому, да, сейчас я вставлю небольшой фрагмент про жилеты. В общем, друзья, давайте поближе покажу вам жилет. Вот так вот он выглядит. Так. Здесь резиночка. Но, как я уже сказала, вот здесь я буду поднимать петли и отрезать. И затем продолжу вязание вот здесь резинкой. А эта резинка пойдет в вязание второго жилета, поскольку пряжи мне немного не хватило. Напомню, что данный жилет я вязала из пряжи от бренда Lines du Nord, называется пряжа Dolce Vita, и здесь 73% шерсти, 15% альпаки и 12% кидмахера. На 50 грамм здесь 200 метров, спицы рекомендуют номер 3,5-4, но я, друзья, вязала в 2 нити, то есть у меня метраж пряжи получался 100 метров на 50 грамм. Вот. Что касается расхода пряжи, то у меня ушло где-то 7,5 мотков пряжи на 2 жилета. Вот. Значит, как я говорила, здесь я просто поднимала петли из проймы. Вот так это выглядит по изнаночной стороне. Вот. Что же касается обработки V-образного выреза, то здесь я прокладывала тамбурный шов, из-под шва поднимала петли и вязала резинку 2 на 2, выполняла убавки относительно двух лицевых петель. И, кстати, вот так вот поднять нужное количество петель для того, чтобы вот здесь линия плеча сошлась с лицевыми петлями, здесь, да, и также вот здесь получились две лицевые петли. Это было довольно непросто, и я это сделала не с первого раза. Вот, что еще вам показать? Давайте покажу, как выглядит обработка по изнаночной стороне. Вот здесь еще немного не спрятаны кончики. Точнее как, я их заделала, но не обрезала. Я буду обрезать кончики после стирки и повторного отпаривания. Вот так это выглядит. По лицевой стороне все довольно аккуратно. Вот, значит, что касается конструкции жилета, давайте покажу вам спинку. Это японское плечо. Вот, причем в этот раз я его делала цельновязанным, то есть я сразу набирала петли таким образом, чтобы у меня несколько петелек приходилось на полочку, затем на несколько петель на этот скос и набирала петли на спинку. Прибавки выполняла относительно вот этих двух петель плеча по полочке и по спинке. Вот, затем я вывязывала спинку, да, до уровня проймы и затем переходила к вязанию полочек. Я вам показывала в предыдущем видео, что петли полочек у меня были пересняты на булавки. Вот, и после того, как я вывязала спинку до уровня проймы, я подняла петли с вот этих вот булавочек, присоединила нить и продолжила вязать по прямой здесь. Здесь выполняла прибавки на V-образную горловину, сначала в каждом третьем, потом в каждом втором ряду. И здесь есть небольшие расширения как по переду, так и по спинке на пройму. Здесь буквально несколько прибавок. Вот. После этого я соединила вязание в круг и вязала по прямой. И здесь, как я, друзья, успела вам сказать, я немного переборщила, поэтому буду сейчас это все дело укорачивать. Вот так вот выглядят жилеты. Если в будущем я решу связать подобный жилет для Оливии, то я сниму для вас какой-нибудь мастер-класс. Пока, к сожалению, у меня нет
ни сил, ни особого желания это делать, поскольку вязание двух одинаковых вещей подряд – это не мой конек, сразу вам признаюсь. Я даже носки вяжу параллельно, поскольку, ну, теряю интерес, и жилеты я тоже вязала параллельно, потому что мне это дается очень непросто. Вот, друзья, так что вот так выглядит жилет поближе. Если у вас остались какие-то вопросы по вязанию, то смело пишите мне в комментариях, я все с удовольствием вам расскажу. В общем, друзья, вот так вот абсолютно не вязально, но очень насыщенно в плане других таких бытовых домашних дел пролетела еще одна неделя 2020 года. Я рада была для вас поснимать, рассказать, как у меня дела. Теперь я буду ждать в комментариях, чтобы вы со мной поделились, как дела обстоят у вас. Получается ли у вас сейчас вязать, или у вас тоже очень насыщенно в бытовом плане проходят ваши будни? Давайте рассказывайте в комментариях, как у вас обстоят дела. Наряжаете ли вы уже елочку? Я знаю, что очень многие в этом году еще в начале декабря украсили свои дома к праздникам для того, чтобы в это непростое время немножечко поднять себе настроение. Вот, я буду рада с вами увидеться в комментариях, немножечко там с вами поболтать. Если вам, друзья, понравилось это видео, то, пожалуйста, поддержите его лайком, это очень помогает мне в развитии канала, а также просто радует меня как человека, как блогера, и я всегда очень радуюсь новым подписчикам, а также лайкам под своими роликами. Так что, друзья, я буду заканчивать это видео, но я не прощаюсь с вами надолго, говорю вам до новых встреч, мы увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео, я надеюсь, что оно будет более вязальным, более богатым на готовые работы, и да, говорю вам до новых встреч, и всем пока-пока!